также по этой же дороге, вот там только что были в Арче, здесь вот такое место, вот это тоже сдается, и вот это кафе-отель Аккеме. Сейчас зайдем, узнаем, что почем. На дороге, на трассе, но туда надо до пляжа чуть подальше идти. Так, вот здесь у них контакты. Кому интересно, он будет скриньте. Здравствуйте. Сколько, почем у вас? 3600. А номера двухместные, трехместные по одной цене? Трехместный только. А двушки почем? 2400 за номер, да? Душевая, санузел. Wi-Fi есть, да? И кухня у вас, да? Кафе? Да, кафе. Что-то завтрак входит в эту цену или нет? Нет, не входит. Не входит, это отдельно, да? Отдельно. Менюшка большая, да? Аккеме. А на пляж как лучше проходить? Вот так прямо через Сальму, либо оттуда. Вот эту Эрику мимо, да, проходить? Да. Это же магазин, да, получается, магазинчик, да? Две двушка. 2400. 2400. Как это район называется? Большой. Улица? Джума Назарова. А район как называется? Там Тон был. А этот как местность тоже у вас тон. Называется? Здравствуйте. Здравствуйте. Это тоже Тон, да? Да, тоже. Это же Каджисай. Это Каджисай уже начинается, да? А, район спрашивает? Да, район вот это. Это все Томский район. Томский район. Балыкчи, заканчивает дата Сура, Томский район. Угу. Да? А потом в этом районе разные села. А сейчас до сказки сколько еще? А, далеко? Немножко осталось? Да. Примерно сколько? Ну, как сказать, не немножко, но 10 или 7 километров. Где-то около района этого, да? Ну, туда ехать, и сразу следующая вот сказка будет. Угу. Просто мы вот маленький обзор сделаем, и у меня YouTube-канал свой есть, я могу вам рекламу тоже как-то оставить, или в Instagram оставить, или в TikTok, да. Многие спрашивают просто, где остановиться, как остановиться, да. И вот мы в прошлом году проезжали вас, заходили к вам, воду просто питьевую набирали, но не останавливаясь. А сейчас мы хотим в сказку сходить, съездить там, побыть и вернуться сюда. В смысле, в номере остановиться сейчас. Мы выбираем? Подыскиваем, да, где переночевать, да. Или вот там, или там. Ну, сейчас вот заходим, сейчас по дороге спрашиваем, что, как, у кого. На троих двухспальная кровать и отдельно маленькая кровать. Не маленькая, но большая, раздельная кровать. Угу. Просто одна комната сейчас свободная. А на сегодня, а до вечера? Ну, вот этот один двухместный номер должен быть освободиться. Вечером освободиться, да? Номера вот там у вас на окне нет. Висят. А, да, вот контактные это номера, я имею в виду, да? WhatsApp тоже есть, да? Номера можно на втором этаже, первый этаж только контакт. Ну, вы на второй этаж видели? Нет, сейчас давайте зайдем, посмотрим. Да. Есть свободный? Да, один номер. Поднялись на второй этаж по лесенке, и вид такой. Значит, на пляж идти вот так. И туда проходишь. Ну, пляж такой же, наверное, как и вон там в Арче. Сейчас посмотрим, что здесь, да? Угу. О, это как в холл проходишь, да? О, здорово. Классно. Ух ты, ничего себе. Шикарный апартамент. Здорово. Я бы остался здесь, да? Угу. О, здорово. Шкаф хороший, большой. Горячего даже есть, да? Да, есть. Угу. Угу. Одежный шкафчик. Здорово.
Да? Что, можешь оставить задаток? Ну? Ой, вообще шикарно. Балкончик. Здорово. Угу. Да, наверное, мы можем даже и останемся здесь, да? Это вам бронь, да, надо? По сказке мест нету, я звонила. Не, мы хотим там просто погулять. А, погулять? Угу. Угу. Ну, слушай, здорово, мне нравится. Угу. Ну, отлично. Вот, смотри, диваны какие. Есть, есть, да. Горячее все есть. Да? Душевая, санузел, да. Да. Угу. И здесь же, где мы остановимся, Акеме, 100 метров буквально, вот горячий источник. Вот сюда вот. Пойдем сходим. Вот, эта штуковина. Ну. Ой-ой-ой, посмотри, какой вид, а. Это же капец, это катастрофа. Тут тоже вот все это сдается, это гостевые отели. Тут смысла нету что-то рекомендовать прям именно как место вот сюда и все, нет. Тут огромный выбор, огромнейший выбор. Ну, походу, вон там горячие источники, я так понимаю. Да, потому что это же, видишь, вот корпус для проживания. И вот, наверное, туда заходишь на горячий источник. Ну, я к чему? То, что ты вот где увидел, там заходи и оставайся, живи. А смысла нет именно рекомендовать, что вот, ребята, именно вот сюда и все, никуда не больше. Нет. Вот здесь вот 300 километров, ну не сколько тут, 150 километров, везде все. Озеро, любой берег выбирай, везде купайся. И жилье по ценам практически, ну плюс-минус разница все одинаковая. Такие вот здесь. В Каджисае. Горы. Вон там на горе сидит мужик. Сейчас мы до него доедем. Большие тополя много. Прям роща или чуть дальше немножко. Ну, смотри, там песочница какая высыпалась из горы. Как вот так сделалось, а? Прям смотри, ровная песочница. Эти горы прыгай, да? Да. И катайся на серфе. Вообще нажмок. Ну. Ровная. А вон мужик в пальто сидит.
Так, вот он, этот мужик, сидящий, смотрящий. Будда, да? Будда это мужик, сидящий, смотрящий. Нет, это честно. А кто это? Так, вот она, эта тема. И вон мужик этот, сидящий, смотрящий. Вдаль на озеро. Точно кто он, что он и что он делает, сами уже информацию всю прочитайте. В общем-то, это смотрящий мужичок за всей этой красотой. Каджицай. Название места. Ну вот, ребятки, заезжаем в каньон Сказка. Это самый заезд. Сейчас на шлагбауме 50 сомов с человека въезд. И вот самое начало заезда. Там дальше должна быть парковочка для автомобилей. И потом пешочком ходим, смотрим, гуляем, фотографируемся, щупаем руками все. Все, туда вот в гору сейчас направляемся. Ну вот уже и начинаются причудливые формы скалообразования. Все просто невозможно запечатлеть, обозреть. За что глаз цепляется, все красиво, все интересно. А камера тем более не передает такой вид, как ты смотришь глазом. То есть не перерабатывает ту информацию искусственный интеллект, камера, как твой глаз. Лер, смотри, по бокам смотри. Это только начало заезда. Стрёмно. Да. Здорово. Чем тебе не Колорадо в Америке? Да? В Неваде. Вот. Кыргызстан. Самая великолепная природа, как по мне. Мне даже здесь интереснее, чем у нас этот Чарын казахстанский. Мне здесь как-то более. Че, какое слово придумать? Более. Более завораживающий, вот так сказать. Разъезды здесь довольно такие узкие на одну машину, поэтому пропускаем встречку. Чаще всего мы пропускаем. Да, мы не выпендриваемся, мы не гордые, остановимся, пропустим людей. Здорово. Вот, доча, мы заехали в каньон Сказка. Здорово. Песчаники. Это песчаники. Это не какие-то там. Ой. Ой, блин, нафиг. Еще пустые, блин. Мне кажется, он хуже. Ну, здесь вот везде так, короче говоря. Здесь не гранит, а вот такой песчаник. Вон дорожка туда когда-то. Куда-то. Когда-то.
Да, здесь едешь и как природный музей, да. А, вот, ага. Вот, ого, мы прям почти. Угу. Мы прям как на стоянку приехали, да? Привет, каньон Сказка. Мы смотрим в твое окошко, на тебя. Мы пришли к тебе в гости. М? Горы разноцветные, разных цветов. Породы разноцветные. Угу, да. Да, причудливые формы. На лицо похоже. Угу. Мам, смотри, вон там глаз, вон там нос, вон там глаз. Да, дочь, сейчас можно придумывать всяких ассоциаций, что на что похоже. Это фантазию, знаешь, развивать свою фантазию, да? Там палец руки, вот так, типа палец вниз. Там лицо, нос. Фух, девчонки уже туда залезли, ушуршали. Сейчас я к ним заползу. Фу, туда не полезли. Залезть-то залезешь. А вот слазить другой вопрос. Жарко. Порода разного цвета. Красная, желтая, желто-красная, серая, зеленая. Разные цвета у породы. Фух, тут вообще какая разноцветность. Фух, такой цвет, такой цвет. Фух. О, какие там. Давай сейчас доча тоже построит такую тему. Угу. Свои эти каньоны понастроит. Ух, жарище. Две, три верхотурины уже осилили. Сейчас надо еще вон туда сходить. Вон туда вот подняться, подняться туда нужно. Если потом я уже не хочу лазить, я уже буду по низу ходить. Вот это видим. Девчонки ящерицу увидели. Хотят ее отфотографировать. Вон она, вон она. Вон, 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 вон. Она зелененькая. Зелененькая, да, вон она, где куст. Она в тенечек, ей жарко, она держит тень. Тень ищет ящерка. Здесь их тысячи штук, миллионы. Вон ящерка, да. Маленькая. Маленький варанчик. По такой тропиночке? Ну, здорово. Фух. Спустились вниз. Здесь вот такая отвесная, ровная скалища, длинная. Сейчас идем вдоль этой стены, по этой ложбинке, ущелью. Фу, солнце в зените, тени вообще нету, нигде ни облачко, жарище. Фух. Там зелень, значит, там влага есть. Кусты. О, я сейчас полежу в кустах немножко, хотя бы 5 минут отдохну. Вы как хотите, а я сейчас в кусты лягу, отлежусь.